Продолжается театр. Здесь все как в реальной жизни. Любовь и ненависть, талант и зависть, предательство и прощение. Иисус Христос, суперзвезда в постановке Павла Хомского, стал сенсацией столичной сцены и с неизменным аншлагом идет на подмостках Моссовета уже несколько лет. Приходит новое тысячелетие. Какими мы видим себя завтра? Если хотите знать, просто посмотритесь в зеркало сцены, имя которому – театр. Из всех московских театров вот так получилось. Причем это получилось с самого начала. Это единственный театр, где мне хотелось бы работать. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с какой-то культурой, которая имеет этот театр. Но прежде всего, это как бы артисты, которые здесь работали. Да? Безусловно, это и Орлова, и Плят, и Морецкая, и Раневская. И мне кажется, что вот как бы дух этих людей, он здесь постоянно. И ничего не делаешь. Как бы вот эта интеллигентность, которая существовала тогда, при всех перипетиях, при всех как бы вот сложностях нашего времени, она присутствует, это какой-то фундамент, который не позволяет этому зданию рушиться. Хорошо? Да. Все, мы можем начинать? Узнай там.